Катя, с чего начнем? Подожди. Я готов. Да, я тебе подожду. Ты мне делаешь больно. Я хочу заниматься. Ой, ты просто, что ты творишь? Катя. Ты просто дышишь, я даже не нажимаю. Еще бы ты нажимала куда-нибудь, вообще было... Беда. Отвернусь от камеры, то плачу. Что ты хочешь? Ну что, у нас будет... Ух ты! Упражнение... Управился? Нет, как-то мяч сдулся. Работаем на укрепление мышц спины. Получается, выполняем движение. Руки находятся вдоль корпуса. Перебрасываем руку вперед. Одну возвращаем. Перебрасываем руку вторую. Возвращаем. Это у нас тренировка спины, да? Да. Значит, ты вторую камеру не будешь ставить, да? Сразу. Правая, левая. Правая, левая. Вот так, да? Да. Приподнимается корпус. Раз. Ага. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Приподнимай нос. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Молодец. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. И десять. Десять. Чудно отдыхаешь. Ничего. Я вижу. Объем движения в правой руке значительно меньше по сравнению с левой. Ягодицы. Проработка. Ягодицы. Ягодицы. А ягодицы чего? Ну, вот спина, она идет вниз и крепится к ягодицам. А, вот почему болят ягодицы. Да. Блин, ну Катя, ну что ты тут начинаешь? Полин Дрицер болит нижняя. Две руки вперед и поднимаемся вместе с руками вверх. Ты еще запыхался? Да. Дай тебе воды. Лежа. Попои меня водой. Трубочку найдем какую-нибудь. Да. Попускаешь пузырь. Голова продолжение позвоночника. Так, голова продолжение позвоночника. Руки вытягиваем вперед. И поднимаемся вместе с руками и с головой, и верхней частью корпуса, отрываясь от поверхности кушетки. Столько, сколько получается. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Дима правильно делает. На руки минимальная нагрузка. Семь. Восемь. Девять. И десять. Смотрите, можно положить мяч, можно положить руки инструктора или того, кто вам помогает. Когда клиент давит вам на руки очень сильно, он, получается, как будто отжимается. Когда это давление максимально снижено, то тогда в большей степени будет работать спина и корпус. Значит, ну, естественно, с ягодицей.
На начальном этапе, естественно, будут в большей степени работать руки. Это нормально, потому что вам будет хотеться хоть как-то оторваться от поверхности. Но когда вы сможете делать это уже более уверенно, то в этом случае головой переключайте свое внимание на напряжение в спине, а с рук это напряжение старайтесь снять. Следующее упражнение. Руки разводятся в стороны и поднимаются вверх. Я буду помогать тебе. Так, стоп. Мы, наверное, нам надо, наверное, поставить два стула. Зачем мы два стула? А потому что я могу встать только с одной стороны, чтобы тебе помогать. Ну, нормально. Спереди становись, будешь за плечи, я чуть поднимать, и все. Ну, давай. Ну, ты понял как? Да. Так? Да. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Это вообще нормально, я уже начинаю это делать упражнения, да? Да, 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 хорошо отрываюсь. Последний раз, когда мы делали это было все намного печальнее. Просто ягодицы начинают восстанавливаться, короче. Следующее упражнение. Следующее упражнение. Укладываем руки за голову, за уши или на затылок. Только не берем замок и не давим на голову сильно. Именно просто вот укладываете локти в стороны и из этого положения поднимаем корпус вместе с руками. Так? Да. Вот, поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Красавчик, Дмитрий, красавчик. Свина, нужно жарить яичницу. Да. Да. Жарим потом. Какая не небольшая черепаха. Тут ты далеко не уполис. Сейчас уже что-то капец какой-то, да? Ну что прям сразу капец? Не сразу. Люди, держите за меня пальцы в кулаках. Катя будет надо мной издеваться. Так, колесико. Раз. Я его поймаю. Мячик тут чуть-чуть откатываю. А я его на бок положу просто. Вот, все нормально. Нормально, нормально. Но я его поймаю потом, когда вылезет. Катя. Катя? Подожди. Ну пускай так вот лежит, чуть себе он. Нормально. Я его возьму, все равно буду брать. Хорошо. Что мне надо делать? Выдвигаться по... Да, тебе нужно по выдвигаться ребра. Вперед по... можно выдвинуться по нижние ребра, с чего мы, наверное, и начнем. А в ту камеру видно будет теперь выкататься? Какую в ту? Да. Что ты хочешь? А, так я сейчас буду выдвигаться. Прекрасно выдвигайся. Так. Чтобы стопы нормально были в положении. Так я еще буду выдвигаться, да? Да. Ну вот, смотри, у меня уже... Посмотри, правильно? Сейчас, подожди. Все, я дальше, если я дальше, то я могу... Не надо. Или тебе... дальше, или нет, по таз. Нет, по таз мы не будем сегодня выдвигаться. Чего? Ну не надо. Чуть-чуть еще. Я хочу разочароваться в себе. Давай потом. У меня там попа дергается. Дергается. Сейчас я ее прижму, чтобы не дергалась. Оп, все. Так. И работаем вверх в спину. Раз. Два. Сделать, знаешь, больше как? До таза хочешь отдохнуть? Сейчас... Хочу назад, чтобы отдохнуть чуть-чуть. Чтобы руки отдохнули. Все. Будет видно, не волнуйся. Так, выдвигаемся по бедрам. Да. Эх, вот это все будет сложный вариант, кстати. Вот таз. Выдвинулся?
Блин, ну все, надо, дальше я уже секунду. Не смогу. Стой, я сяду на ноги. Оп. Все. Прямо давит на живот, блин, сильно. Может, еще вперед надо выбиться? Все? Давай попробуем. Выдвинулся? Да. Упри, смотри, было больно. Нет, надо назад чуть-чуть. Подожди, подожди, я сам. Да, вот так, давай. Получается? Нет, я потом. Секунду. Давай по-другому. Лень. Есть. Взял? Да. Держишься? Да. Так, стой. Ход дуй. Все, держу. Давай. Руки не выдерживают. Не выдерживают руки? Кисть. Значит, давай тут назад. Пойдем. До Садкова. Возвращайся на отдых. Сейчас будешь отжиматься. Ползи. А давай на мячики попадем, думаешь, нет? Так, да, будем на мяч. А, ты сейчас ты отдыхаешь? Сейчас ты отдыхаешь, потом ты выдвигаешься вот таким вот образом. Если бы забинтовали руки, может быть, я бы... И вот такие вот движения будешь отрабатывать. Вот. Отжимания на нестабильной поверхности. Попробуем? Да. Выдвинешься до нижнего угла ребер. Облокотишься, получается, грудной клеткой на мяч. Угу. Дай-ка я, а то я еду, покажу просто, давай, что я хочу. То есть ты, получается, выдвинешься, так, из этого положения ухватишься и на нестабильной поверхности попробуешь поджиматься. Мне кажется, даже у тебя это как-то получается. Мне больно коленками на твердом. Да, что ты? Да. Это хорошо. Значит, живые. Значит, настоящие. Давай, я готов. Может, повыше тебе мяч? Чего? Может, мяч повыше, вот думаю. Ну, давай попробуем, мы же сегодня испытываем. Я же ходить не могу, так будем лежать. Давай, ложись. Ползи. До нижних ребер. Выше не надо. Точнее, ниже. Все. Нормально? Да. На всякий случай подстрахую. Раз. Отлично. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Тянешься спиной, толкаешься руками. Семь. Восемь. Девять. И десять. Оп. Короче, если спины нету, то это упражнение не сделано. Ну, это... Естественно. Потому что... Я тебе его, в принципе, до этого и не давала, потому что не уверена была, что ты выполнишь. Здесь очень сильно включается спина, да. Ну и, естественно, работают руки. Руки, понимаешь, руки больше работают на баланс. Если ты будешь сжимать себя руками, то ты... Ну, дисбаланс все равно какой-то будет. И ты можешь, ну, неправильно сделать, а руками держишь баланс и тянешь. Ну, по-любому отталкиваешься. Локти-то выпрямить надо в любом случае. Да. Трицепс включается в любом случае. Но первый толчок идет движение назад, спины, вверх за счет спины. Вот этот вот комплекс упражнений, как бы мы показали для того, что вы для себя можете взять, выберите и тренируйте свою спину из положения лежа, когда нет другой возможности тренировать ее как-то иначе. Ну, спина всегда тренировалась, вот лежа на животе, нам вот это вот руки вверх поднимать, плавание. И вот это, что я показал, это вот мы всегда даже начинали тогда с этого. Угу. Руку вот эту перебросить, попробовать бороду поднять. С колесиком с вот этим, но это уже сложнее. С колесиком это уже усложнение. Пошло. Не, ну с колесиком для тех, у кого руки крепкие, угу, там оно будет нормально, оно ухватится. Будет работать. Ну тут главное, что понимаете, что не руками работать, а спиной тянуться. Переворачиваемся и продолжаем. Не надо шататься. Шататься.